С большим успехом выступила национальная команда Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ на чемпионате Европы в Хорватии. Сборная нашей страны завоевала 10 медалей. Европейское первенство в Хорватии стало последним крупным международным стартом перед Олимпийскими играми в Лондоне, которые стартуют через месяц. Следовательно, регату в Загребе можно считать генеральной репетицией к главному старту четырехлетия. И приятно, что белорусской сборной эта репетиция удалась. Особенно это касается женщин, которые за последние 2 года добились просто феноменального прогресса. В Загребе подопечные мозырского тренера Геннадия Николаевича Галицкого заняли 2 вторых места, причем 2 медали были завоеваны в олимпийских видах программы. Настоящими героинями стали Ольга Худенко и Марина Полторан, которые 3 раза пересекали 2-ми финишный створ в финальных заездах. 2 раза в двойке и 1 раз в четверке, где квартет дополнили Ирина Помелова и Надежда Попок. Порадовали и каноисты, неоднократно поднимавшиеся на призовой подиум. На их счету и единственная золотая награда нашей команды. Эта каноэ четверка на километровом отрезке в очередной раз доказала, что ей нет равных на континенте. В золотом квартете гребли и 2 наших земляка – Дмитрий Рябченко и Денис Горожа. Дмитрий к своей золотой медали добавил еще и серебряную награду по результатам спринтерского заезда 2-ек. А Денис, заняв 4-е место в одиночке на 200 метров, завоевал право стартовать на Олимпийских играх в Лондоне. Байдарочники выступили скромнее, хотя свою медаль прославленные олимпийские чемпионы Роман Петрушенко и Вадим Махнев завоевали. На этот раз бронзовую, придя 3-ми к финишу 500-метровой дистанции. И одним из украшений регаты стал заключительный финал мужской байдарки-одиночки на 5-километровой дистанции, где первенствовал студент Мозырского университета Олег Юреня. Что касается общекомандного первенства, то сборная Беларуси, ведомая главным тренером, к слову, почетным гражданином Мозырского района Владимиром Владимировичем Шантаровичем, по количеству наград заняла 3-е место, уступив лишь многолетним лидерам гребного спорта командам Венгрии и Германии.